И какая у тебя была первая машина? Красная Камара Айрок Зин. Очевидно, у вас таких нет. Нет, нет, нету. У нас есть, вкус. Я подумал, может, это говорит о том, что он не разбирается в машинах и начал копаться в твоих песнях. Знаешь слова его ранних песен? Господи. Меня тогда и на свете не было. В песне под названием «Отрывайся». Что-то я ее не узнаю. Там упоминается 850iS. Хочешь, подвезу тебя на 850iS? Что за парень в кабре? Да кто же еще? Уилл Смит. Уилл Смит. Кабри — это, я полагаю, кабриолет. Да, кабри, кабриолет. 850-я никогда не была кабриолета. Не увязочка. Можно зачитаю еще одну строчку? Катаюсь в маэстро. Знаешь, как там дальше? Да-да-да-да. Она летит. Она летит. Она летит. Не машина, а таз. И как горы крута. Это дихотомия. А ты знаешь, что такое маэстро? А у вас есть? Пожалуйста.